Здравствуйте, дорогие зрители! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня, друзья, приготовим очень вкусные булочки с маком. Нам нужно приготовить тесто. Добавляем в глубокую емкость для пары теплое молоко, муку, сахар и сухие дрожжи. Оставляем на 20 минут для подъема. В дежу миксера добавляем взбитые яйца, сметану, муку и замешиваем тесто. Включаем средние обороты, немножко тесто подмешиваем. Тем временем опара у нас поднялась, увеличилась в 2-3 раза. Добавляем ее в основное тесто. И продолжаем вымешивать. Вымешиваем средне минут 10. После добавляем сахар. Также добавляем цедру апельсина или лимона. Цедра у меня протертая с сахаром. Храню в баночке в холодильнике. Рецепт приготовления есть на моем канале. Ссылочку оставлю в описании. Продолжаем тесто вымешивать еще минут 5-10. Все это также можно вымесить руками. Присыпаем тесто мукой. Также тесто я добавляла щепотку соли, ванильный сахар для вкуса. Это обязательно. Накрываем пленкой, полотенцем и ставим тесто для подъема минимум на 2 часа. Тесто должно увеличиться в 2-3 раза. В процессе подъема один раз тесто будем обминать. То есть тесто поднялось, увеличилось в 2-3 раза. Переминаем, накрываем и опять оставляем теплое место для подъема. Пока тесто поднимается, готовим маковую начинку. Мак измельчаем. В кипяченую воду добавляем сливочное масло. Или наоборот, как у меня в сливочное масло, я добавила кипяченую воду. Размешиваем. В мак добавляем щепотку соли, ванильный сахар, сахарную пудру. И все тщательно, быстро запариваем как бы мак, перемешиваем. Оставляем для запаривания, в принципе, минут на 5-10 до полного охлаждения. Обязательно накрываем тарелочкой или пленкой затягиваем. После будем добавлять изюм. Изюм также промытый, высушенный. У меня изюм домашний, поэтому я особенно его не промываю, потому что он у меня залит вином и хранится в 3-литровых банках. Поэтому я просто выбираю его на друшлаг. Но если магазинный, то нужно залить кипятком, оставить на 5-10 минут, слить воду, после просушить и уже добавлять маковую начинку. Вот тесто у нас поднялось, увеличилось. Растягиваем его таким образом. Выкладываем начинку. Кто любит начинку более жидкую, можете добавить больше воды или молочка. Я люблю, когда она вот как цукаты такая. Вот начинка получается очень-очень вкусная.
скручиваем рулет. Нарезаем кусочками, формируем немножко, подкатываем и выкладываем все на противень. Далее нужно накрыть булочки пленкой и оставить для подъема минимум где-то на час, смотря у кого какая температура в доме. Они должны увеличиться очень хорошо в объеме. После разогреть духовку 180 градусов и выпекать до красивого золотистого цвета, в среднем где-то 35-40 минут. Вот такие красивые, очень вкусные булочки, мини-пасочки получаются очень хорошо на пасхальный день. Угощать гостей, раздавать соседям, удивлять их такой красотой, вкуснятиной, доставлять людям удовольствие. Очень удобно. Нам нужно будет приготовить помадку. После приготовления булочек мы будем заливать булочки, пока они еще горячие, вот такой помадкой. В сахарную пудру добавляем сок лимона, воду и замешиваем до сметанообразной консистенции. Булочки готовы, румяные, очень-очень красивые. Сразу же поливаем их помадкой, чтобы она немножко пропиталась. Вот такая вот красота у вас получится. Обязательно приготовьте на праздник. Да и так на любой день. Очень вкусно, очень красиво. Всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал. Впереди будет еще очень много хороших, проверенных рецептов. До новых встреч. Пока-пока, мои дорогие.